Школа без искусств – мертвый дом. Это мое кредо. Не шукати рай на землі, а створювати його самостійно – така ідея поєднала жителів села Вержиліно, що на Алтаї. У 1920 році минулого століття там була створена сільськогосподарська комуна «Майская утра». З-поміж її учнів були Степан Тітов та Олександра Носова, майбутні батьки «Космонавта-2» Германа Тітова. А заснував комуну талановитий вчитель, письменник, музикант, публіцист, книгознавець, просвітник, багатогранна людина, наш земляк Адріан Митрофанович Топоров. Адріан Митрофанович Топоров народився в 1891 році в багатодітній сім'ї в селі Стойло нинішньої Білгородської області. Його культурно-просвітницька діяльність розпочалася задовго до Жовтневої революції 1917 року. Спочатку в Курській губернії, потім в місті Барнаулі і нарешті в селі Верхжиліне. Саме там, під час роботи в місцевій комуні «Майське утро», були накопичені ті матеріали, які лягли в основу книги «Селяни про письменників», яка стала відомою не тільки в нашій країні, але й далеко за її межами. Алтайські степи. Целинные степи, подвеска хрустальная, гаснет и светит. Комуна не спит, собрались к огоньку, свет выхватил лица со лба и до скул. Свет руки тяжелые, выбрал из тьмы, учитель читает и внемлют умы. Свинцовые годы, Деникин, Шкуро, взводился и щелкал в атаках курок. Враги предавали, клянясь и любя. Правдивая книга в гостях у тебя. Адріан Топоров зачитував для селян твори світової та російської класичної літератури і долучав слухачів до публічного обговорення. Сударі і сударині, читаємо сьогодні книгу знаменитого шибкописателя. Ну і з колхозної житті, не мені вам розказувати про неї. Як звичайно, прошу говорити все, що на душу Бог положить. Все запишу, все принято будет. С Богом! Не шибко мне нравится этот рассказ. Даже не знаю, что сказать. Не нравится! Неохота слушать эти балясы. О. Этот рассказ никак не приравняешь. Хоть думаешь, солдат спасет эту бабу, хотя и погубит. Нет горя. Все одно. Ой, да. Сплетена небылица, да в грязной тряпице. А Пастернак-то на этом стихе-то всю казну ограбил. Думки комунарівців Адріан Топоров одразу ж занотовував. Назбирався матеріал для книги, яка пізніше викликала справжній інтерес. Каким-то образом сумел разговорить вот этих молчаливых киржаков сибирских, сумел выпытать у них мнение о прочитанном, стал записывать, и это стало основой, да, правильно вы говорите, легендарной книги «Крестьяне о писателях», которая впервые вышла в 1930 году, стала настоящей сенсацией, потому что ее читали и изучали в Соединенных Штатах Америки, в Австралии, в Польше, в Швейцарии. Звістка про вчителя із найвіддаленішого куточка Сибіру прокотилася Росією. Відомі письменники надіслали авторові схвальні відгуки. З-поміж них Максим Горький та Олександр Твардовський. Это весьма ценное суждение. Это подлинный глаз народа. Горький, писатель. Это удивительная книга. Держишь ее в руках, как драгоценность, как кладезь человеческих ценностей. Дело небывалое и любопытное.
Я, по крайней мере, не знаю подобного эксперимента во всей русской и зарубежной литературе. Вересаєв, писатель. Але представники влади вирішили, що книгою «Крістіані о писателях» Адріан Топоров кидає виклик. Масла у вогонь додали газетні публікації, в яких він гнівно розповідав про скрутне життя на селі. Адріан Топоров жорстко критикував радянську літературу, яка носила здебільшого агітаційний характер, і не боявся ступатися за незручних для влади людей. Вот кто сегодня сказал, что есть эристичные люди, по-украински, как говорят, да? Их 70%. Все остальные какие? Личности. Личности. Вот он был личность. Высокой пробы интеллигенты, личности по-настоящему, они всегда стояли на стороне простого народа. За это их не любили власти. Не забываем, что книга «Крестьяне о писателях», основное детище Адриана Топорова, вышла в 1930 году. Это время больших литературных боев. Раповцы, сибаповцы и прочие течения, которые искали место под солнцем, не говоря уже о тех литераторах, которые сформировались до октября там, и так далее, и так далее. Это вам первая часть. Вторая часть. Крестьяне, критики были непредвзяты. Соответственно, они могли обругать даже Льва Николаевича Толстого. Им однажды сказали: «Погодите, вы ругаете писателя Михаила Пришвина, но ведь сам Максим Горький отзывался о Пришвине очень высоко». На это крестьяне отвечали: «Ну и пущай, Горький любит Пришвина, а мы нет». Соответственно, под разборки крестьян попадали такие нелицеприятные люди высокого полета, например, Панферов, один из секретарей Союза писателей Советского Союза писателей, автор знаменитого в те времена романа «Брусский», был раскритикован в пух и прах. Вот когда я прослушал и прочитал хваленую Цезарем книгу, так ерунда полная. Не знаю. Что там автор такого написал? Не знаю. Не, вот про пеньки, как им, про бруски, ой, это точно можно сказать. Вот только не бумажные, а березовые, обделанные таким грубым, тупым топором, а не пером. Вот так. Нет, ну вот я 12, когда читал, я ж сначала горел, как самовар. А потом на второе чтение потух. Он же, эти 12, они как георгин. Хороший, но пустой. Вот так и 12 я прочитал, и просто пустой. Вот. Здесь и литературная борьба, и негативные отзывы, и критическая статья в «Сибирской энциклопедии», и кем-то брошенное слово «топоровщина», и обвинение в том, что революционный дух трудящихся Адриан Митрофанович при помощи своих читок и скрипичных мелодий ослабляет. Но здесь и все гораздо проще. Коммуна «Майское утро», где проходили читки в течение 12 лет мировой и советской художественной литературы, она очень изменилась по отношению к 20-му году, скажем, к 30-му году. Вместо 25 энтузиастов, которые прекрасно знали учителя Топорова и что он не может быть антисоветчиком, в коммуне появились сотни и тысячи пришлых людей. И каждый решал свои задачи. У 1937 році його засудили за сумнозвісною 58-ю статтею. Подумки, Адріан Топоров готувався до розстрілу. Везет тебе. Пошла вторая половина дня. И что? Так разнарядка на вышку.
а план у них надо выполнять. Это, конечно, семейная реликвия, но в то же время это реликвия и такого трагического свойства. В 1937 году отец был репрессирован. Мне вот особенно сейчас вспоминается фильм «Покаяние», как там приходили забирать по различным доносам людей. Мне лично пришлось пережить это, когда наши представители НКВД явились в нашу комнату, мы жили прямо в школе, делали обыск и забрали отца. Забрали этот вот платок тоже с собой. И забрали первое издание книги «Крестьяне-писатели», как улики контрреволюционной деятельности отца. А через 10 примерно месяцев в Свердловске состоялся суд, так называемые были тогда спецстройки, военные, значит, коллегии. И, как об этом и рассказывал отец, да, собственно говоря, кое-где это есть в его воспоминаниях, главнейшими уликами были книга «Крестьяне-писатели» и вот этот платок. Ваша книга «Крестьяне-писатели»? Моя. Точнее, это высказывание о литературе простых советских людей, крестьян. Я только записывал их. А что в этом плохого? Здесь вопросы задаем мы. У нас не было времени проанализировать это. А мы заглянули в сибирскую энциклопедию. Книга Топорова «Крестьяне о писателях» – образец беспринципной антимарксистской критики литературных произведений. Антимарксистской. Четко сказано в государственном издании энциклопедии. Писал мой литературный враг Высоцкий. Книга не запрещена. Будет запрещено. На него, как он сам выражался, брехало 10 свидетелей, а для расстрела обычно хватало 2-3 человека. Но буква «Т» у него одна из последних в алфавите. И он до сих пор, так сказать, многие люди так говорят. И сам он считал, что только поэтому разнарядка была на расстрелы выполнена, и ему всего лишь 5 лет достались. Ученые-криминалисты уверяют, что наименьшее количество уголовных преступлений совершают люди из мира искусств. Мне кажется, что этот факт – могучий аргумент за то, что искусство воспитывает человека не только эстетически, но и этически. И это вполне понятно. Творцы искусства пребывают во власти возвышенных, благородных, гуманных мыслей и чувств, которые становятся их второй природой. У 1943 році Адріана Топорова з ГУЛАГу відправили в одне з татарських сіл. Трохи згодом влада змирилась, його відпустили на малу батьківщину до Староскольського повіту, а пізніше до Казахстану. Проте випробування, крізь яке довелось пройти, ще довго нагадуватимуть про себе. В нашій сім'ї крайне мало говорилось о періоді 1937 року, і іменно це показатель того, что дед по окончании оттепели да, хрущевской переживал за семью, не хотел неприятностей для семьи и, соответственно, бросил уже какие-то вот свои затеи, связанные с публикацией своих вот воспоминаний, связанных с лагерями, с ГУЛАГом и так далее. Поэтому вот эту напряженность мы в первую очередь и чувствовали. Остаточне возз'єднання Адріана Топорова з родиною відбулось у 1949 році. Вся сім'я переїхала спочатку до Житомира, а згодом і до Миколаєва, на місце служби старшого сина Юрія. Давати роботу колишньому засудженому не поспішали. Вони жили на мізерну пенсію Марії Ігнатівни, дружини Адріана Митрофановича.
Майже 10 років Топоров чекав амністії і дозволу на поновлення просвітницької і літературної діяльності. Недаром ми стоїмо возле цього здання. Многие называют это здание «дом со шпилем», а мы ее называли «каланча». Вот здесь жил мой друг Жора Смолин. Ой, не жил, это была его мастерская вот здесь, да? И мы все, телевизионщики, театралы, журналисты молодые, художники, все находились здесь. И вдруг оказалось, только сейчас, в 2009 году, здесь, оказывается, жил Адриан Митрофанович Топоров, и в этом здании, и вот его меморіальна доска. У цьому будинку впродовж тривалого часу, близько 20 років, проживав всесоюзний пенсіонер, як його називали, Адріан Топоров. Я пам'ятав цю людину, очевидно, із спогадів свого батька, який був в прекрасних з ним стосунках. Тут неподалік була редакція газети, молодіжної районної газети, де працював тоді мій батько Дмитро Кремінь. І Адріан Митрофанович дуже часто заходив у спілку, передавав нові тексти. Надзвичайно користувалися популярністю його окремі замітки, що стосувалися розвитку літературознавства, його особисті спогади про знайомство з видатними письменниками. Мовляв, навіть він був знайомий із самим Шолоховим. І це, звичайно, не могло не залишати враження для мешканців нашого міста. Нашого міста, яке було фактично закритим, але не закритим і не обмежено в плані літературному. В Миколаєві Адріан Топоров продовжив літературно-громадську діяльність. Саме тут були написані такі твори, як «Спогади», «Я вчитель», «Мозаїка». Будучи блискучим краєзнавцем, Адріан Топоров повернув миколаївцям напівзабуті імена історика і публіциста Г., вченого Аркаса, українського Ломоносова Василя Капніста та інших. Мы иногда недооцениваем возможности самообразования. Хотя всякое образование прежде всего само, ибо научить человека ничему нельзя. Он может только научиться, научить себя –